Хай, зрители, с тобой русско-голландский Макс, и ты на моем канале. Сегодня я хочу вам рассказать что-то очень интересное. Когда я начал свой видеоблог на YouTube, у меня была вот такая вот мыльница Sony. Она снимала тогда для меня. Я думал, что она снимает просто супер, но оказывается то, что нет. Вот такая была камера, ну простенькая, мне до сих пор она нравится. После этой камеры, когда я накопил $300, я себе купил Sony Handycam, такая открывашка такая еще. И она была бэушной. И она снимала нормально, не супер, но нормально. И я снял на нее примерно 50 или 60 видео. После Sony Handycam я купил себе GoPro Hero Silver Edition. Я на нее сейчас как раз и снимаю. И она мне просто нравится, она моя самая любимая камера. Супер, я ей очень рад. И все эти годы, 7 лет, у меня лежал вот такой фотик. Canon 450D. И он может только фотографировать. И я тут думал, я хочу, чтобы он снимал каким-то образом. Я рыскался в интернете, искал информацию и нашел. Я сегодня вам покажу, как можно снимать на зеркалку, которая не может снимать. Это будет просто супер. Что нам для этого надо? Нам нужен USB кабель, программа, которую закачал на компьютер, она будет в описании под видео. Так, сейчас я поставлю камеру, чтобы она стояла и могла меня снимать. Вот так вот. Так, сначала мы должны включить камеру. Включаем камеру. Включилась. И смотрите. Если стоит вот на зелененькой таком квадратике, то значит не можно как бы снимать с этой программой. Но нужно переключить на какую-нибудь любую из этих. Я переключу на P. Сейчас я должен подключить. Сейчас я должен нажать на Set. Все, нажал на Set. И она стоит. Сейчас я должен подключить USB кабель. Сейчас чуть-чуть подвину. Чуть-чуть, вот так вот. Угу. Все, слышали звук? Сейчас мне нужно открыть программу и сделать так, чтобы она заработала. Ага. Закроем это и откроем. Так, все, открыли. Теперь, что нам нужно сделать, это нажать вот сюда файл, который называется 1. Прикольное имя. Сохранить. И теперь я должен просто нажать на рекординг. Рекординг находится вот тут вот. И все, началось записываться. Так. И чтобы синхронизировать звук, я как бы должен сделать вид, как будто я хлопаю. Потому что камера с этой программы не записывает звук. Вот это проблема. Но у меня ведь есть микрофончик. Так что я сейчас изображу, как будто я хлопаю, и могу синхронизировать. Все. Сейчас я поговорю на эту камеру и поболтаю с вами. Привет, подписчики, как у вас дела? Вы говорите супер, а у меня просто улет. Вы представляете, я научился как снимать на свой старый фотоаппаратик. Это просто супер. Надеюсь, у вас то же самое получится, друзья. Так, можно остановить тут. А, хотя не буду останавливать, я расскажу прощальные слова на обе камеры. Это все то, что я вам хотел сегодня рассказать. Итак, давайте подведем итог. Мы все гонимся за новинками, там, за новыми зеркалками и все такое. Мы гонимся за новыми камерами GoPro. Но мы можем использовать старые свои камеры и сделать из них что-нибудь новое, как я, например, сделал свой Canon. И если ваша камера не могла записывать, посмотрите в интернет информацию, чтобы она записывала. Это все то, что я хотел вам сегодня рассказать. С вами был Макс. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем бай-бай.